На Вести ФМ Дагестанское радио в Махачкале 11:45. Тема дня. Дискуссионная программа на тему дня поднимает темы, которые обсуждаемы и актуальны в республике, и задает вопросы тем людям, которые в силу занимаемых должностей или гражданских позиций вправе на них отвечать. Я Фарида Чупанова. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о том, что происходило в республике за эти дни. Очень много разных разговоров по поводу отравлений, по поводу массовых отключений воды, по поводу того, в каком состоянии находятся наши многие котельни, почему-то не отапливаются детские и дошкольные учреждения до сих пор. То есть слишком много вопросов, и сегодня ответить на них нам поможет уполномоченный главы республики Алибек Омарович Алиев. Здравствуйте. Алибек Омарович, вот все дагестанцы хотят знать, что происходит. Давайте все-таки по порядку. Начнем с разговора о массовом отравлении в эти дни. Что вам известно по этому поводу? Пожалуйста. Сегодня слышат и видят, что отравлены дети. Это очень неприятно. Да. Я так думаю, что, наверное, каждому родителю дороже своих детей на этом свете ничего не существует. Многие чиновники даже не дотрагиваются до крана, который идет вода. Они попробованную воду, которая уже испитана, которая в кулерах продают, изучают, какую же поставить для своих детей дома, на работе себе. Это слой, другой слой, которые пьют сегодня воду с кранов. И эти люди отравились. Очень мне это обидно. Я искренне сожалею, что где-то мы не закрутили какие-то гайки, где-то не посмотрели, где-то не заставили вовремя, чтобы люди, которые должны это делать, чтобы они или работали, или уходили. Потому что за каждое то, что случилось, есть люди, которые должны отвечать. Если это связано с водой, значит, должны отвечать те люди, которые отвечают за воду. Сегодня за воду, чтобы наши горожане знали, отвечают монополисты. Горводканал. Государство никакого отношения к этому не имеет. Это горводканал выкуплен, она частная. Вы понимаете, сегодня вот наши недры, наша вода, горводканал покупает ее за 17 копеек, а горожанам продают за 7, за 8 рублей. Самое главное, я говорю это открыто, город должен отвечать за все. Городская администрация должна отвечать за все. И за ребенка, который отравился, и за ребенка, который идет в неотапливаемый садик, и за дороги, которые во время войны, наверное, не было в Махачкале вот таких дорог. За все должны сегодня отвечать город. Вот вы сказали такую фразу. Монополист и государство никакого отношения не имеют к тому, что происходит в водоканале. Я думаю, это в корне неправильная позиция. Почему? А потому что есть государство российское, есть Республика Дагестан, есть органы власти, есть четкое распределение, кто за что отвечает. Уровень республиканский, уровень муниципальный. Вы сейчас абсолютно правильно сказали. За все, что происходит на территории города Махачкала, отвечает муниципалитет. А на каких договорных условиях, это же другой вопрос. Ну, договорные условия. Вы хозяин горводканала, можете сказать, я вам завтра воду не дам. И если у них есть договор, по этому договору, если они работают, тогда можно подать в суд, а сегодня этого не спрашивают. Вот есть четкое распределение обязанностей, да? Возьмем, к примеру, муниципальное образование. Я понимаю, есть установленные нормы, но дошкольные учреждения. Ведь если там холодно, дети же болеют. Кто несет персональную ответственность за это, скажите мне? Отвечают все, в том числе и я тоже. Потому что мы во власти, мы должны все это видеть по вертикали, но в первую очередь должны отвечать, опять же получается, что если оно в городе Махачкала, администрации города Махачкалы. За 3,5 года я впервые взял отпуск на 10 дней и уехал с республики. Приезжаю, массу звонков, дожди пошли в те дни, да, нету отопления, все это дело. И поехал я один садик, откуда родители приходили прямо на площадь ко мне. Вот только что поставили туда обогреватели, ну, мы ли это должны делать? Я туда выезжаю, и до этого, прежде чем туда выехать, я разговариваю с Муса Асхабалиевичем, мэром города. Он дает
дает указание своему заместителю при мне выехать туда, разобраться, потом я звоню этому заместителю. Уважаемый, я туда еду, давайте вместе со мной поедем воочию, увидим, что же там происходит. Он мне читает лекции, где-то что-то сделано. Слушайте, я говорю, не надо мне это, я туда еду, давайте поехали вместе со мной. Не приехал туда человек. Человек, который конкретно, напрямую должен нести ответственность за воду, за тепло, за дороги. Когда вот такое отношение от человека, который напрямую отвечает за это в городе, если мне вот так соизволяет, чтобы не прийти, ну, значит, люди привыкли к этому, вы понимаете? Мы туда приезжаем, температура не та. Я у врача спрашиваю, вы же должны контролировать температуру, прежде чем сюда дети зайдут. Из 250 детей в этот день в садике отсутствовало 90 детей. Я допускаю, что 9 человек заболеет, 10 плохо почувствовали, 15 родителей не отпустили. А это же цифра такая. Люди болеют, дети болеют. Но когда нету беспокойства за каждого ребенка, который не пришел в садик, начиная от заведующего садика, начальника управления образования города и дальше курирующего заместителя города, порядка не будет. Вот должны пропустить через сердце отсюда. Контроль должен быть. И мы отчитываемся, что у нас все хорошо. Возвращаясь к теме отравления, мы говорим о персональной ответственности. Все-таки что произошло и кто за это несет ответственность? Я честно хочу сказать, до сих пор конкретной такой информации обоснованной прокуратура возбудила дело. Санэпиднадзор российский, сюда представители приехали, работают люди, анализы берут, выясняют. На этот раз просто так она не пройдет. Уверяю вас, не пройдет. Каждый человек, кто допустил это, кто должен отвечать, пока идет процесс, пока разбирается, пока полной ясности нету, и прокуратура, и санэпиднадзор, и власть, все это дело, ну, сегодня сказать, кто виноват, я не могу. Разговоров очень много. Алибек Амарович, буквально совсем недавно все мы были в ожидании больших отключений воды. Был большой ажиотаж, была проведена организационная работа. Вроде бы мы это миновали, и тем не менее, проблем ведь меньше не стало в городе. К примеру, прошедшие дожди. Проезжая по городу, можно было наблюдать страшную картину. Бедные люди, дети, невозможно было перейти улицу с одной стороны на другую. В общем, вода не знала, куда деться. Нет элементарных канализационных стоков. Очередной раз очень неудобно. Неудобно отвечать тоже. Есть масса людей, которые должны отвечать. Вот в городе 3 района. В каждом районе глава и по 4, по 5 заместителей. У главы города 8 заместителей. Не считая остальных людей. Каждому порученный участок есть, что он должен делать, начиная с мусора. Я знаю одно, и хочу это официально заявить. Руководство города жаловалось на совещаниях главы республики о том, что вот ЭКМ, там этот самый, какие-то люди там связаны, там чего-то. Глава республики трижды сказал, уважаемый мэр, не нравится, не справляются люди, уберите их. Это было сказано почти год тому назад. Ну, теперь, что касается санитарного состояния Махачкалы. Столица республики, миллионный город, но организация вывоза мусора оставляет желать много лучшего. В том числе центральные улицы, хочу подчеркнуть. Но неужели нет людей, которые могут это организовать? Тем более, что это хороший бизнес, да, как говорят? В чем дело? Буквально недавно мэр города назначил туда других людей. Ну, видимо, подыскали людей подходящих, у кого финансы есть, у кого возможности есть. Доверили им убирать город. Уже почти 1,5-2 месяца проходит, чтобы горожане знали. Там не ЭКМ сейчас, совершенно другая организация, которая должна была убирать огромный штатик. Вот если все эти люди в городе, которые получают зарплаты, городская администрация, районная администрация, если все вместе в один день выйдут, начнут собирать этот мусор, ну нет внутреннего желания. Какова персональная ответственность руководителей районов за положение дел? Пожалуйста. Очень плохая ответственность. Я говорю это прямо. Понимаете, это же районы, которые относятся к городу, притом большие районы.
с огромными штатами. У главы района есть 4-5 заместителей. И все те службы, которые у ЖКХ, там, налоговые инспекции, все-все то, что положено для района, у них есть. Когда у них спрашивают: уважаемые, это же ваша территория, это ваши дороги, это ваши улицы, это ваши дома. Третий год ссылается то, что у них нет полномочий. Я говорю, ребята, уже год тому назад, я знаю, внесли изменения какие-то, вот разграничение функций им передали. Ну, надо же тем, что есть, воспользоваться, общаться, встречаться с людьми, объяснить ситуацию им, что для этого нужны полномочия. Я вынужден был однажды на совещании спросить у них: уважаемые, у вас есть полномочия получать зарплату? Хоть на это есть у вас полномочия? Молчание. Вот это отношение тоже надо коренным образом изменить, потому что это их не территория, это район. Их наделили власть управлять этим районом, этими людьми. Мне кажется, уже настала пора, чтобы поставить ясность, и чтобы сами эти руководители знали, что они должны делать, за что они должны отвечать, не только ходить на совещания. С утра уже они на совещаниях вот с одного кабинета до другого кабинета, и людей не видят. Ну и еще один не менее важный вопрос, о котором много говорят, но откровенно каких-либо позитивных перемен не наблюдается. Это строительство. Занимается этим и прокуратура, вроде бы приостанавливают, и тем не менее строительство идет. Причем идет оно на спортивных площадках, во дворах. Алибек Амарович, как борются сегодня с незаконным строительством? Это самая больная тема. Вот эту больную тему надо лечить сейчас только хирургическим методом. Другого уже нету. Вы посмотрите, дошло до того, что дети с воспитателем, с родителем приходят уже на площадь, на прием к Абдулатипову, на горячую линию звонят уже дети. Ихние детские площадки уже не оставляют. Вот пример Циолковского возле центральной больницы. Ну, умудрились люди какими-то путями, сделали документы. Суд выносит решение в пользу этого человека. На детской площадке хотят строить многоэтажку. Ну, как понимать? Или 37-я школа. Прийти к 37-й школе, нашли какой-то клочок земли между домами. Там хотят строить. Я звоню главному архитектору. Уважаемый, вы знаете такой адрес? Ну, что-то помню. Я говорю, я туда еду, приезжайте туда. Люди жалуются на имя главы республики. Приезжай туда. Нету такого внятного ответа. Я говорю, вы же подписывали эти бумаги. Неужели вы подписываете любую бумагу, не проверив на месте? Мои ребята, говорят, выезжали, они мне не доложили. Нет, но есть же все-таки какие-то градостроительные нормы. Откровенно говорю, градостроительные нормы, которые вы говорите, есть для той бабушки, которая торгует на базаре семечкой, а для остальных, для чиновников, и те, которые издают эти указы и приказы, и которые подписывают эти бумаги, для них этого нету. Они смотрят на другие вещи. Или возьмем пример, наша миля, поворот в сторону Узбекгородка. Прежнее руководство города выделили деньги, огородили вот этот прохожий часть. Получился прекрасный уголок, зеленый массив. Но какой-то мудрец, умник, нашел какие-то старые документы. И вы представляете, как делают сейчас? Находят старые машинки, которые пальцами печатали. На них печатают какими-то годами какие-то документы. И эти документы представляют дальше, договорившись уже. Идут в суд, с судьей договариваются, выносит решение, и все, он хозяин там. Вот так хотели снести Узбекгородки вот это. Вы представляете, он показывает судебное решение. И самое интересное, что последний раз руководство города дает свою технику, сносите это. Ну как понимать? Глава республики с приходом в Дагестан приостанавливал, замораживал все стройки города, чтобы была ревизия. Но тем не менее строительство продолжается. Ну что ж, Алибек Амарович, я хочу вас искренне поблагодарить за участие в нашей программе, пожелать вам удачи. Я думаю, общими усилиями мы должны и обязаны справиться и навести порядок в республике. Нашим радиослушателям я напомню, что в студии сегодня был уполномоченный главы республики Алибек Алиев. До новых встреч в эфире. До свидания. Реклама.
Магнитно-резонансная томография сегодня является самым точным методом диагностики. МРТ в медицинском центре здоровья – это новейший аппарат с широкими опциями, обеспечивающими высокий уровень диагностики самых сложных заболеваний по доступной цене. Мы находимся в Махачкале на улице Алиева, 6. Телефоны 910304 и 550377. Все для здоровья есть на Шамсулы Алиева, 6. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.